Фундація «Знак Скіфа» состоится конкурс «Пора вышиванок». Регистрация в пресс-центре. Сегодня до конца выставки и завтра до самого конкурса. Ждем вас, приходите, регистрируйтесь. Спасибо. Thank you.
очень работает, но он очень старается. И вот сейчас мы видим основные элементы движения ребенка. Когда собака хочет двигаться рядом с хозяином, потому что ей это доставляет огромное удовольствие, она хочет послужить для своего хозяина, она все время заглядывает именно в глаза, ждет подкрашивания. И вот эти собаки очень нравятся слушаться. Мне это все время играет, но все время делает какие-то наборы элементов, и вдруг эта собака приносит огромное удовольствие. И когда ваша собака все время на вас смотрит и ждет от вашу команду, с таким животным очень приятно работать. Мы сейчас видим это упражнение, называется комплекс. Когда собака на расстоянии меняет положение, меняет позиции. На данном случае это комплекс сидит и лежит. Собака на расстоянии выполняет эти смены позиций. Thank you.
питання обіладу. Нет.
35 метрів. Розглядалися, поки ми зробили кроки. Сидіть прийомовити на мені. Ця вода активна. Я теж тільки спокійно ждала кожного фінера. Горнічка, я не можу справитися зі всіми кроками. Отлично виконує кроки. Один. Thank you.
Thank you.
Yeah.
використовуємо роботи.